Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня поговорим о том, почему помидоры кислят. Расскажу, с чем это связано и что можно предпринять, чтобы это исправить. Если томаты кислят, то в первую очередь виноваты генетические факторы, а именно сорт помидоров. Некоторые сорта от природы имеют более кислый или сладкий вкус. Поэтому, если вы хотите только сладкие помидоры, то сажайте расположенные к накоплению повышенного сахара в плодах сорта, такие как хурма, кленовый сироп, розовый мед, атомный виноград Бреда и другие сорта. Второй фактор, влияющий на сахаристость, это количество света, воды и калия в земле. Чем больше солнечного света получают томаты, тем более яркий и насыщенный у них вкус, так как происходит усиленное накопление сахара. Более кислыми плоды становятся при избытке влаги. При росте и созревании плодов по возможности снижают влажность воздуха в теплице, хорошо проветривая, и снижают частоту поливов. Но что же делать, если проверенный годами сладкий сорт вдруг стал кислить при соблюдении всех правил агротехники? Такое тоже может случиться в очень жаркое лето. Дело в том, что при затяжной жаре происходит аномально быстрое созревание плодов. Говоря простым языком, томаты просто не успевают накопить нужное количество сахара в плодах. Как помочь растениям в такой ситуации? Попробуйте подкормить томаты калием. Именно он отвечает за накопление сахара в плодах. 2 столовые ложки сульфата калия разведите в 10 литрах воды и подкормите растения по 2 литра под каждый корень. После такой подкормки томаты неминуемо накопят больше сахара в плодах. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!